Всем привет, уважаемые зрители, вы на канале Sunlight Gadget, с вами Артур Гачный. Мой мусорный пакет. Я получил посылку из торговой площадки AliExpress. Дошла до моего города посылка за 3 месяца. Все опаздывает, и поэтому у меня ролики выходят не часто. За это я извиняюсь. Думаю, мои постоянные зрители, то есть подписчики, меня поймут и простят за это. А на этот раз я получил вот такой вот USB хаб, то есть адаптер, который с 4 USB портами. Вот так выглядит наш USB хаб, красивый, белый, сразу с нашей розеткой, мощный, 5 вольт 2,4 ампера верхних два порта и 1000 миллиампер две нижние порта выдают. Давайте проверим, как работает наш блок питания, полученный из Китая, работает ли вообще. Включаем первый кабель и второй под ним. Не очень удобно расположены порты, но посмотрите, включаются. Включаем в розетку. Испытуемый первый — это наш телефон, просто телефон Samsung. Думаю, он выживет. Все, зарядка здесь пошла. И второй испытуемый — это лично мой смартфон Blue. Включаем под риском наш Blue. Все удачно, все включилось. Проверяем две нижних порта. Давайте проверим, работают ли они. Да, все супер, отлично. Все работает, заряжаются наши гаджеты. Эту вещь я купил по нужде. Она мне очень необходима, потому что, посмотрите, здесь две розетки. Одна из них постоянно ночью занята, там включаемый ночник, остается один. А от одной розетки мы просто банально тупо можем заряжать только лишь один телефон или смартфон. А у меня гаджетов достаточно много, так что это спасение для меня. Сразу буду заряжать 4 гаджета. Стоит этот адаптер недорого, 4 или 5 баксов. Ссылка будет в описании, можете перейти купить. Продавец хороший, отправил, как видите, я получил. Ну, дошло поздно, но это беда моего города, я так думаю. А так, у кого много гаджетов, а я думаю, у всех теперь есть много гаджетов, этот хаб может даже заряжать и планшет, и, по-моему, даже ноутбук можно ему доверить. Но у меня нет ноутбука, я не смогу проверять. Так что покупайте, вещь хорошая, рабочая. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в соцсетях. Всем спасибо за просмотр, всем пока, мир вашему дому.